Все, всем привет. Смотрите, у нас снег выпал. Как много снега. Какая погода яркая. Маргарита, я с города Первоуральска. Вот мы собрались с соседкой прийти в магазин. О, какое солнце. Люсьен, тебе привет. Маргарите тоже привет. Кот, бери лопату и чисти снег. Офигеть, да? Вчера было, снега не было, а сегодня выходим утром, снега вон сколько. Ну что теперь делать? Зима приходит, у нас сейчас минус 15 градусов. Ну что, все, я пошла в магазин, у меня сегодня вот такой прикид. В черных зимних кроссовках, потому что они скользкие. Это кроссовки самоубийцы те. Как вам погода наша? Тут, кстати, еще ягодки даже есть. Видите, ягодки, черноплодка, очень полезная. Солнце ярко светит. Может, сегодня в эфир выйду. Люсьен, я прочитала твой салат. Обязательно когда-нибудь приготовлю. Напишите, как вам мой пуховик зимний? Идет мне? Или мама. Кит-кат. Все, мы подходим к Почте России. Сейчас посмотрим, что на нашей почте изменилось. Короче, вышли мы с почты. Я в магазине купила две мороженки. Одна клубничная, другая шоколадная. На почте не снимала, потому что народу много. Всем пока.